Идеология видеожурнала «Экстравизор» в том, чтобы использовать любую возможность для прославления всего самого выдающегося в Нижегородской области. Поэтому предлагаю вашему вниманию очередной клип для наших постоянных клиентов рэп-команды «Туган Клан», которые недавно сменили название на «Тугановские». Снимал я, монтировал Валера Марихов. Тугановск, ма вилл наталь пу серьез. Тут эля шанса декутэй дюраб ком са нэгзист па натюраль. Хавик. Тугановский. Динго. Здесь Док Тугановский. Раз-два, раз-два. Декутэй. Тугановск, мой пыльный родной город. Здесь на виду движение, только дай повод. В городском брожении, вода, хмель и солод. А мы напиток этот своим разбавляем соло. Вот чего найду, я по Тугановску иду. Тут особая своя флора и фауна. Кому-то бутики, кому-то тачки, кому-то сауны. А для нас это обитель андеграунда. Здесь во дворах летом пахнет тополем. А мы свои баки заправляем топливом. Читаем на фоне забытой всеми родины. И ведь не за себя переживаем вроде бы. Тут каждый как-то сам выбирает роли. Один на супербайке, другой на роликах. Кто-то сползает до алкоголика, а кто-то в старание с любимой занимает столик. Гонщики с жизнью играют в крестики-нолики. На светофоре выдавая с нуля до сотки. Со всех сторон нависают спальные высотки. В поисках принца гуляют томные красотки. Тугановск, мой пыльный родной город. Здесь на виду движение, только дай повод. В городском брожении вода, хмель и солод. А мы напиток своим разбавляем соло. Мой репортаж с района Северных Ворот. На ужин макароны, винегрет, компот. Осень придет и лето скроется за поворотом. А мы авось наскребем и на авось. Однажды для нас наступит время синокоса. И важно не задирать высоковато нос. Город Биг Босс, динамит и душу травит. Держу пари, он опасный парень. Здесь мы заплаты, на латы дружно штопаем. Экстра ситро, как вино, открываем штопором. По утрам горланим, гимны полушепотом. На ночь окнув шторы, чтобы было ясно, что потом. По ночам тут не собаки, а моторы рычат. Нахер хата, если лето, а также нахер чат. Его на картах нет, GPS-ники молчат. Тугановские тут о своем качают. Тугановск, мой пыльный родной город. Здесь на виду движение, только дай повод. В городском рожении вода, хмель и соло. А мы этот напиток своим разбавляем соло. Город греха, город покаяния. Город мыслителей, город познания. Улицы, скверы, проспекты, парки. Дворы бетонных лабиринтов, тропинки, арки. Город контрастов, город амбиций. Свобода в жестах, свобода в лицах. Ароматы мегаполиса рабочих дней вдыхают в ноздри. Запах людей, запах духов, цветов, выхлопы машин, грохот товарных поездов, шелест шин. Я утомляюсь здесь, и здесь я отдыхаю. Я нахожу здесь что-то, здесь и теряю. Я знаю, здесь я истощаюсь, реально таю. Я умираю здесь, и здесь я воскресаю. Фильтрую, сею мысли, питая мозг. Со мной город, город Тугановск. Видеожурнал «Экстравизор» всегда поддерживал популяризацию здорового образа жизни и спорта в частности. Поэтому предлагаю вам посмотреть вот такой видео-привет для Федерации Дзержинского самбо от «Экстравизор» и рэпера Ворчуна. Пыльный спортзал,
пропитанный запахом пота. Точно такой же, как на старом папином фото, хранящемся в шкафу, там же, где медали и кубки. На фотографии отец победно скинул руки. Рядом тренер, вокруг остальные ребята, что вместе занимались секцией самбо когда-то. Глаза отца горят, смотрят куда-то вдаль. На шее первая его золотая медаль. Ты наизусть знаешь каждый отцовский рассказ. Он о победах своих тебе поведал не раз. И каждый раз ты слушал, затаив дыхание. Теперь ты тоже участвуешь в соревнованиях. Судья дает команду, у тебя есть 5 минут, чтобы доказать, что ты действительно крут. И пусть соперник быстр и опасен, как торпеда, ты должен заработать свою первую победу. Захват потом бросок, ты должен сделать это. Вали соперника с ног, ты должен сделать это. Вставай, если не смог, ты должен сделать это. Не отступай, сынок, ты должен сделать это. Захват потом бросок, ты должен сделать это. Вали соперника с ног, ты должен сделать это. Вставай, если не смог, ты должен сделать это. Не отступай, сынок, ты должен сделать это. Это не кнопки нажимать в видеоигре. Чтобы победить тебе, нужно мыслить на ковре. Разбуди в себе бойцовский дух, разожги огонь внутри и следи, чтоб не потух. Да, ты просто должен держать задачу, перетерпи боль, пацаны не плачут. И если послан на ковер умелым броском, не будь мешком, будь настоящим мужиком. Вставай, снова в бой, прояви характер свой. Порви захват и проведи прием волевой. С высокой концентрацией спортивной злости не отступай назад, даже если хрустнули кости. Одно запомни, самбо это не игра. Ярость нельзя выносить за пределы ковра. И как бы ни были жестоки на ковре бои, пускай соперник станет лучшим другом твоим. Захват потом бросок, ты должен сделать это. Вали соперника с ног, ты должен сделать это. Вставай, если не смог, ты должен сделать это. Не отступай, сынок, ты должен сделать это. Захват потом бросок, ты должен сделать это. Вали соперника с ног, ты должен сделать это. Вставай, если не смог, ты должен сделать это. Не отступай, сынок, ты должен сделать это. Программа «Четкий» выходила в эфире телекомпании «Дзержинск» 2 года. Сейчас вы смотрите ее 100-й выпуск. За это время мы презентовали от музыкантов Нижегородской области более 50 клипов. Показали немало короткометражек от творцов, которые живут в нашей области. Познакомились и записали интервью с многими знаменитостями. Это Децл Локали Трюк специально для экстравизор.ком. Я Диджи Грув, и это специально для портала экстравизор.ком. Делали большой проект «Ретроспектива», где показывали и рассказывали о том, какими были тусовки в 90-х. Разыграли и подарили нашим зрителям немало ценных призов. Ну, держите. Спасибо. Соня, говори спасибо. Вы были свидетелями стартапов разных наших проектов. Одним из таких пилотов мы и закончим юбилейный 100-й и одновременно последний выпуск программы «Четкие». Привет! В Нижегородской области 27 городов, и каждый житель – потенциальный ньюсмейкер, который снимает что-то важное, то, что происходит вокруг него. Камеры в телефонах, видеорегистраторы, постановочные съемки на Canon Mark II. Короче, прямо сейчас обсуждаем то, что мы с вами наснимали. В последнее время я стал сильнее любить нижегородское метро, особенно после того, как оно пришло в верхнюю часть. В час пик, конечно, ажиотаж, но самое приятное наблюдение в том, что нижегородцы в толкучке гораздо культурнее, чем жители самого культурного города России – Санкт-Петербурга. Как бы вы отнеслись к такому проекту, где известные нижегородские музыканты пели бы совместно с героями известных российских сериалов? Ну, например, братья Крестовские из Ума Турман спели бы с Варей Любой из «Интернов». Рэпер Варчун зачитал бы с Карповым из сериала «Глухарь». Сергей Чиж-Чиграков с Каменской. Внимание, это только первые ягодки. Нижегородские музыканты, группа «Лампасы», вокалист 7 штук баксов Рома Крест и герои сериала «Реальные пацаны» с ТНТ с совместной песней. Где родители? Где полиция? Все по схеме здесь. И за пунктом пункт, к этим ты не лезь. Эти предадут, этот знает, тот другой имеет честь. Будь чувак, как волк, так тебя не съесть. Меньше мотай, больше кивай. Меньше мотай,
больше кивай. Расставляй акценты на том, что ценно. Меньше мотай, больше кивай. И подпевай, и подпевай. Но все же я продолжаю петь, даже не взирая на то, что мне давно пора повзрослеть. Или может даже лечь на дно. Но я пою для вас здесь и сейчас. Я прошу тебя, Боже, ну дай мне знак. Если я заблудился в пути, помоги сделать следующий шаг. У меня нет прозы, чтобы представить следующий сюжет, поэтому я ему посвятил маленькое стихотворение. Если в пробке на мосту решил справить ты нужду, делай это осторожно, не намочи манту. Я уже совсем большая и умею хорошо на пол прыгать с табуретки и садиться на горшок. Это история о противоборстве машин и человека. На, получи, на еще, вот тебе. Ах ты, бездушная машина, от меня не уйдешь. О чудесах российского тюнинга, которые и не снились экзибиту с его тачкой на прокачку. Это лишняя фигня, в натуре без нее только лучше будет. О горячих сердцах и настоящих, не раздутых и не пиленных бюджетах на организацию соревнований. Свежая история из Павлова, города, где происходят реальные гонки на выживание. Поехали! Сегодня у меня все. До свидания. История экстравизора тоже заканчивается в этом выпуске. Но видеожурнал в интернете продолжает работать, регулярно публикуя свежие новости в виде наглядных и коротких роликов. Увидимся в будущем. Пока.